Здравствуйте, мои маленькие любители Дальвида Линча. Пожалуйста, прослушайте гороскоп для граждан в год петуха. Петуху придется изрядно поковыряться своим клювиком в навозе, чтобы наковырять немного золотишка и твердо стоящие на ногах иностранной валюты. Блин, вот это надо же, а! 4927. Мы станем богаче ровно на 100 миллиардов долларов. Вы компания Оксики, слышите? Но ему к рутинному труду не привыкать, так что его в ближайшем году ожидает финансовый успех. Если же петух озаботится вопросом своего внешнего вида, припомадится, прифронтится и распустит хвост перьями, а грудь выгнет колесом, чтобы предстать перед своей избранницей, избранником во всей красе, то в ближайшее время ему еще и гарантированно повезет и со случайными, даже затяжными половыми связями. Дарья Николаевна и Дмитрий, я так и думал, что тут все не случайно. Вы не вместе пришли, мы здесь ни при чем. Дарья, пожалуйста, личные вещи сюда на досмотр. Запись пошла, да? Запись пошла. Так, положите, пожалуйста, все вещи. Почему шутим? Я уже несколько человек, так что чуть не... Деньги, пожалуйста, сюда. Сериал «Твин Пикс». Очень скоро он снова. Расскажу вам о секретах. Я в туалете переодеваюсь. Пункт отъема мобил. Пожалуйста, телефон сюда, через камеру все проходит. Бандюн в моду. А что вам, эти знания не помешают?
хотите еще Твин Пикса? Я могу репути в комментах. Я работаю, я помогаю.